macov.net. Максимальные скидки подписчикам appleinsider.ru. Привет, друзья! Мы продолжаем рассказывать вам о лучших приложениях из App Store, которые мы выбираем для выполнения самых различных задач. И сегодня мы поделимся с вами информацией о 5 лучших приложениях, которые сделают использование Твиттера на iPhone или iPad более удобным. Твиттеряне, не переключайтесь! Для начала нельзя не упомянуть, собственно, об официальном приложении Twitter для iOS. Хотя продвинутые пользователи чаще предпочитают сторонние решения, у данной программы все же есть свои преимущества. Первое и, пожалуй, самое главное – это то, что приложение распространяется бесплатно. Второе – нативный экспорт контента из iOS доступен только для официального приложения. И третье – удобное отображение треда переписки в ленте. Но, думаю, поклонники официального Twitter для iPhone и iPad смогут дополнить список его достоинств. Вперед к комментариям! Следующее приложение TweetBot от компании TabBots является одним из самых популярных, а возможно и самым популярным клиентом Twitter для iOS. Чтобы почувствовать, насколько красиво и приятно реализовано это приложение, нужно попользоваться им лично. В нем вы можете настраивать элементы навигации, просматривать превью прикрепленных картинок, не открывая твиты, осуществлять различные манипуляции со своим списком читателей и многое другое. Ну а если мы скажем вам, что TweetBot поддерживает несколько аккаунтов, то вы наверняка захотите пойти в App Store и потратить на это приложение кровные деньги. Так получилось, что приложение Twitterific от Icon Factory стало самым первым Twitter-клиентом для iPhone, появившимся еще до того, как был открыт App Store. Это приложение, удостоившееся множества наград, обладает широкой функциональностью и приятным интерфейсом. Twitterific поддерживает сокращение ссылок, перевод твитов, а также возможность фильтровать вашу ленту на основании указанных вами критериев. Благодаря цветовым обозначениям твиты, меншины и личные сообщения отображаются в одном потоке, и спутать их друг с другом невозможно. Эхофон – достаточно мощный клиент с простым и понятным интерфейсом, а также функция Mute, которая поможет вам оградить себя от нежелательных пользователей и хэштегов. Кроме того, как в TweetBot, в Эхофон имеется функция предпросмотра фото и видеоконтента прямо в ленте. Обычная версия является бесплатной и показывает рекламу, для избавления от которой необходимо приобрести Эхофон Pro. Асфура в целом выглядит как официальный клиент Twitter до выхода версии 4.0, поэтому если вы знакомы с родной версией приложения, в Асфура вы будете чувствовать себя как дома. Тем не менее, пригоршня дополненных функций в программе имеется. Цена вопроса 99 рублей. Я уверена, что наш рейтинг самых популярных приложений для Twitter не полный, и у вас обязательно найдется, что к нему добавить. Не стесняйтесь и рассказывайте в комментариях к этому видео о своих любимых приложениях, которыми вы пользуетесь для чтения и написания твитов с мобильных устройств. Увидимся уже через неделю, и не забывайте подписываться на наш канал appleinsider.ru и выражать свою симпатию, нажимая на кнопочку лайк. Пока!